И снова здравствуйте, уважаемые телезрители Первого Альтернативного. С вами Виджей Чак, это программа «Свежак», рубрика «У меня в гостях». И сегодня у меня в гостях восходящая звезда новой волны русского рока и вырванная из контекста женщина-аттракцион Татьяна Зыкина. Здравствуй, Таня. Привет. Вырванная женщина-аттракцион. Вырванная из контекста женщина-аттракцион. По поводу вот женщины-аттракциона, у меня к тебе сразу же первый вопрос, перед тем, как мы посмотрим твое новое видео. Сразу на больное. Давай. Да, сразу нажмем на больное. Какой аттракцион? Ты женщина-аттракцион. Есть же просто разные аттракционы. Есть американские горки, есть комната смеха, есть, в конце концов, тир. Ты знаешь, я огромный резиновый утенок, в который можно садиться и плыть по тихому озерцу где-нибудь в центре парка. Ну, такой, кстати, мне кажется, таких аттракционов есть такие тоннели любви. Он для самых маленьких. Для самых маленьких детей. И стариков. Опять же, беспомощные. Да. Слушай, а песня, клип, на который мы сейчас посмотрим, сильно довольно-таки отличается от того, что обычные люди, ну, слышат на твоих концертах. То есть, я бы даже назвал это неким драма-брейкбитом каким-нибудь, что-то в этом духе. Это так повлияли на музыку Фагот и Фози из «Танок на Майдане Конгресса»? Да, потому что они сами играют более альтернативную музыку. Ну, опять, что называть альтернативой? Когда я услышала версию «Танков», и мы поняли, что мы будем месить клип вместе, я подумала, something new, потому что для меня это, конечно, довольно нетипичный образ. Я так понимаю, Фагот и Фози не только переделали песни твои, но еще и снимали новый клип тебе? Да. Фагот, собственно, был режиссером, тем самым человеком, который заставил меня преобразиться. Да, но я не знаю, насколько успешно. Я себя актрисой не считаю, никогда не видела себя в этой роли. Для меня это очень тяжело. Что там за образ? Ты, да, в кого там, ты там преобразилась? Ты знаешь, там не столько был какой-то особый образ, просто очень нетипичные для меня реакции. Я не люблю изображать что-то. Я не люблю, когда нужно изобразить гнев. Это совершенно не мое. Я могу это делать только в рамках прикола какого-то. У нас был момент, когда я говорю: Олег, погоду, слушай, так, я, наверное, этого не сделаю. Он говорит: как? Ты что, весь сценарий под это заточен? Как не сделаю? Я говорю: ну вот я не смогу, я не могу. Во-первых, там, мне никто не сказал, что мне именно это нужно будет делать. Я вообще против, я вообще не хочу, и вообще не трогайте меня. Но Фагот опытный режиссер, и у него, конечно, была с собой бутылочка коньяка. И он говорит: слушай, ну, во-первых, ты замерзла. Начнем с этого. Да, начнем с этого, да. Я тебя прекрасно понимаю, мне тоже холодно. Да. И уже через 30-40 минут там я всю свою мыслимую какую-то вербальную агрессию, я ее могла показать. Смысл и вообще идея, сюжет клипа, я так понял, люди встречаются, люди влюбляются, ссорятся. То есть там такая вот история, да. Ты ссорилась когда-нибудь, вот, например, так же, как в этом клипе, со своим молодым человеком, например? У меня никогда не было в молодого жизни человека, сейчас скажу, ситуации, когда там вообще была хотя бы мыслима какая-то драка. Для меня это очень нетипично. И даже то, как я толкаю Фаготу в одном моменте клип. В чанский детком. Да, нет, там просто я толкаю его за плечи, так он отлетает. Ты долго извинялся, у меня не было. Нет, мы наоборот ржали. То есть я толкаю, и после этого мы такие: ну, нормально, слушай, ну тебе не больно, скажи. Не, нормально, можешь еще, давай, ударь меня. Но для меня это нетипично, и почему я и говорю, что я в жизни так не ссорилась никогда. Я по-другому заточена, я больше на словах. Мне легче человека приложить на словах, чем ударить его. Ну, я имею в виду, ссоры, они как раз на словах происходят, обычно всякие скандалы семейные, там же такое. Да, но клип-то, он же не может из одних слов состоять, должно быть действие. И понятно, что в этот контекст влилось определенное действие, когда они... Двое людей месяц. Соприкоснулись так. Да. А вообще, мне просто интересно, вот ситуации бывали такие в жизни, что вот как вот в этом клипе, начиная с того, что так, кто тебе пишет там, а? Шлюхи грязные, ну-ка дай сюда телефон, я сейчас смс-ки, да отвали ты от меня, отстань. Не бывало такого? Я сама никогда в чужие мобильники не лезла. Unless, если только это не было с другой стороны изначально. То есть у меня было однажды так, что залезли в мой мобильник, и это было заслуженно. Туда стоило залезть и найти. Я была виновата, я была виновата, и это та ситуация, за которую я до сих пор очень-очень извиняюсь. Какой ужас. Татьяна, спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришла в нашу студию программы «Свежак», рассказала нам все о своем новом клипе, скажем так. Но больше, наверное, о жизни мы с тобой сегодня говорили. О жизни и о любви и обо мне, как он говорит. А вы, уважаемые телезрители, давайте жить дружно. Я думаю, это хороший будет совет. Не ссориться вообще никогда и не вступать во всякие конфликты. И смотрите новый клип Татьяны Зыкиной, фичеринг «Танок на Майдане Конго». Ты-то кто? Поехали. We'll be right back.
теплым молоком по губам. Я к тебе летела, как бомба. Набирай сил для прыжка. Я тебя просила, как кошка. Забери меня у меня. Убери меня от меня. Я к тебе летела, как бомба. Я что только не делала. Но все загублено, и это моя вина. Да ради бога, говори, говори, говори. Ну как нам жить теперь? Надо было перетерпеть. Да ради бога, говори, говори, говори. Глупые шаги, где были мои мозги? Да ради бога, говори, говори, говори. Но ты-то, ты-то кто, чтоб прикрыть этим мне в лицо? Ты-то, ты-то кто? Вода бомба, переход подачи. Туда-сюда слова пинг-понг, не иначе. Я молчу, ты даешь сдачи. Прыжит голова, ты мне слова, их не может два. Доводы привели, завели глаголи. Шла бы к маме, что ли, сделай ей гастроли. Вот бы тут не я, чтоб тебе, я не. Почему всегда и все это ко мне? Будет это до или после? У тебя никто не спросит. Будет это до или сил? От тебя уже не зависит. Кровь мою качала весна. С самого начала все ясно. Если я задумала, то будет. И если я задумала. Но все загублено, и это моя вина. Да ради бога, говори, говори, говори. Ну как нам жить теперь? Надо было пить и петь. Да ради бога, говори, говори, говори. Глупые шаги, где были мои мозги? Да ради бога, говори, говори, говори. Но ты-то, ты-то кто, чтоб тыкать этим мне в лицо? Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? Вернусь. Геймбол, сет, индейка или гусь. Кирпич или батон. И не против я не обидчивый по пьяни. Давятся педали сами с собой. На кухне объявляется отбой. Ты в последней ссоре. Обувь в коридоре. Пара слов до взрыва. Промолчали малость. Я наконец уйду. В крайнем случае останусь. Все, теперь война. Это моя вина. Да ради бога, говори, говори, говори. Как нам жить теперь? Надо было пить и петь. Дайте мне в лицо. Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? Ты-то, ты-то кто? А ты-то, ты-то кто? 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 Предатели.